Доброе утро, всем привет. Ну что, ночь у нас прошла хорошо. Сонька себя хорошо уже чувствует. Ну, получше, ацетон уже упал. Уже сделала ей полосочки. Спала вместе с ней, потому что переживаю. Там нужно привести себя пораньше, с самого утра в порядок. Девчонки, помните, я вам показывала вот эту вот штучку? Это гель-трансформер для лица от Faberlic. Получается, вы наносите его на кожу, и он превращается в водичку, очень хорошо увлажняет. Я прям довольна, я пользуюсь и утром, и вечером им. Он моментально, видите, впитывается хорошо. Мне прям он понравился. Буду пользоваться, мне кажется, знаете, на лето просто идеальный вариант. И наношу этот крем обязательно с тоником. Тоник уже скоро, он у меня, в принципе, уже и заканчивается, чуть-чуть осталось. И скоро им пользоваться нельзя будет, потому что солнышко, надо будет переходить на другой тоник. Так, что? Патчи под глазки. Сплю неудобно. Кроватка у нас маленькая. Ну, в принципе, помещаемся хорошо, но не очень удобно лежать. И у меня получается вот здесь вот прям... Быстренько в холодильник не ставлю. Спрашивали, почему патчи не ставлю в холодильник. Ну, у нас тут в ванной как бы не жарко. И они у меня достаточно такие прохладненькие. Все, похожу. Пока сегодня надо будет кушать готовить. Потом уже помою голову. Сегодня буду ходить с хвостиком. Так, и сейчас уже буду кормить детей. Смотрите, что у нас тут творится. Полный бедлам. Надо все подоставала с холодильника, все попересыпала. Нужно, в общем, посмотреть, что у меня осталось из еды и готовить. Сейчас сделаю себе кофе. Дети есть не хотят. Дима там кайфует, уже играет. Приставку с самого утра даже не завтракал. Попью кофе, буду их кормить. Буду звать уже. Все, разобрала я столешницу, все закинула в посудомойку. Гляньте, какие лучики, солнышко. И сейчас помыла графин. Хочу сейчас еще наварить компот. Я сейчас пойду принесу сухофрукты и прям наварю, наверное, большущую кастрюлю компота. Будем пить. Кто бежит? Привет! Как дела? Пока сижу, мать, пока сижу. Прости, покажу. Вот Мика. Мика, мы сегодня Мишель будем, наверное, купать. Или сегодня, или завтра. Нужно ей будет голову помыть, усы помыть. Соня, он сейчас укусит тебя за ногу. У нас на домашнем режиме, да, Соня? В пижамах ходим. Пойдем. Пошли. Все там, ты мне пока. Мы хоть причесались с тобой. Смотрите, какая у меня тут сушка. Все, мама, спасибо вам огромное, что привезли. Это домашние яблочки, она сама собирает на даче. Яблоко, груша здесь еще. Вот такая вот. Она все вымывает, все вычищает. Оно все чистенькое. Сейчас сделаю такую большую кастрюлю. У меня на сколько? Где-то тут была градация, не вижу. По-моему, 5 или 6 литров кастрюля варю. Такой будет у нас компотик. Дети сегодня решили походить в пижамах, да? Да. Димка, Дима говорит, у меня же каникулы. Ты где, Дим? Я тут. А, ты тут, говорит, у меня каникулы, я буду ходить в пижаме. Ну, почему бы и нет, да, Димусь? Хорошо, то тебя можно хотя бы ручки брать, а Мишель уже отходить. Мышку нельзя, да. Сонь, подожди, сейчас Дима что-то достанет. Не мешай. Себе автомат. Ого, ничего себе, давай, ставь, ставь, ставь. Я села монтировать видео. Димчик сел заниматься. Нам просто
Ничего особо не задавали, просто прописать весь алфавит. И все. Потом... Такое солнышко тебе в спину, да? Да. Ты не хочешь наверх идти? Нет. Сначала алфавит называется Ж, Л, М. Ну, это, видимо, ты плохо эти буквы пишешь, эти, и потом все. Мам, так наверное, что... это просто... Тут просто Ж большая, Л большая, М маленькая. Большая? Тоже большая. А тут, тут и А маленькая, тут Б и В маленькая. Да, занимайся. Я буду сегодня фаршировать перец. Так хорошо в заморозке есть. Я уже натерла, морковка закончилась у меня, кстати, морковка натертая. Лук сварила, рис. Всегда варю рис, мне так нравится больше, поэтому сейчас сварила рис. У меня доваривается сейчас компотик. Закрыла крышкой на медленном огне, пусть варится. Сейчас надо перекрутить, будет мясо и будет у нас перчик. Да, включай. Все, перчик я нафаршировала. Тут, видите, у меня еще тефтельки. Соня приготовила без томата, просто такие больше риса, поменьше мяса, такие, чтобы были более или менее, можно было кушать. Компот весь разлила. И сейчас вынесу его на улицу, чтобы он у меня на улице остыл. Видите, сколько много будем пить. Я, кстати, вам не показывала. Заказала еще раз товар, Борис, вот такой вот Элизар. Это перкарбонат натрия 100%, то есть очень хорошо отбеливает белые вещи. Пятновыводитель, вот вчера с кофты выводила пятно от граната, моментально, вот знаете, насыпала совсем чуть-чуть, тут идет, видите, такая мерная ложка, насыпала чуть-чуть этого порошка, кипятком залила, и все вообще идеально, отбеливаю свои такие белые полотенца этим, он достаточно такой экономный, здесь идет килограмм в районе 300 рублей, ну смотрите, там идет по скидкам, я заказываю на Валберес, смотрю когда и беру, очень удобно такое ведерко, и вот показывала вам, купила Гринли, вот такой вот порошок, здесь даже видите, такая вот мерная ложечка идет, тоже стирала белые полотенца, надо было вам показать, конечно, до и после, разница есть, потому что полотенцами пользуемся, постоянно стираю, они немножко сереют, вот этот вот порошок для белых вещей понравился, вот взяла первый раз и очень довольна, и вот этот вот Элизар вообще прям классно отбелил белые вещи, белые носочки, вы знаете, я люблю белые носочки, поэтому вообще хорошо, стирать при 90 градусах можно, либо просто в кипятке замачиваете, и вот все пятнышки, все уходит. Представляете, мы так засиделись дома, что я забыла, что у Димы сегодня тренировка, представляете? В общем, не знаю, хорошая это идея или не очень хорошая сейчас ехать. Сонька вроде бы чувствует себя нормально, поэтому не думаю, что все-таки мы поедем. В случае чего, если там вдруг ей станет хуже, то Богдан меня подстрахует. Ну, короче, у нас солнце, такое вообще шикарная погода. Вот, поэтому я думаю, что все-таки... стоит выехать, пока Димка будет на тренировке, мы хотя бы, ой, мы хоть немножко с Сончиком погуляем, подышим воздух, потому что мы даже не выходили сегодня. Все, сейчас загружаю вещи. Даже вот так вот не холодно. Нет, так, конечно, холодно, но поедем. Взяла с собой на всякий случай перекус, потому что она есть не хочет. Ладно, сейчас будем собираться, поедем. Приехали на тренировку, а Сонька заснула. Прям мы уже подъезжали, она прям выключилась.
Не знаю, хорошая эта идея или нет. Я думаю, она проснется, и мы, наверное, сходим погуляем, потому что на улице показывают плюс 10, на солнышке еще теплее, в машине так вообще прям жарко. Но она единственная, что в курточке, а курточку я снять не могу. Надеюсь, она не вспотеет, короче. Буду сидеть, буду читать ваши комментарии заодно и поотвечаю под новым влогом. Все, проснулась. Ку-ку. Пришли на площадку, вообще никого. Ляля только маленькая спит. Аккуратно, Сонь. Давай, катись. Ку-ку. Чи, не кричи, там Ляля спит. Все, уже приехали домой, слава богу, без происшествий. Соня так хорошо поиграла, так хорошо прям там мы пришли, не было детей, а потом появились дети, и она прям так здорово вообще. Так что все, ребенок идет на улучшение, что не может не радовать, поэтому единственное, что она никак не хочет кушать, ничего не хочет. Вот, уже, видимо, ей сухари надоели. Но я думаю, она немножко проголодается, сейчас немножко устаканится и будет кушать. Поэтому ни в каком садике, конечно, речи быть не может. Димка на каникулах. Ну и будем все вместе. Не знаю, может завтра пойдем куда-нибудь погуляем. Ну вот мы когда ехали домой, она говорит, мама, у меня животик болит. Думаю, как бы далековато выезжать тоже. Наверное, опасно, поэтому, если что, будем просто... Погода обещает хорошая быть, поэтому будем, если что, гулять. Просто, может быть, у нас здесь на улице, завтра пойдем на террасе посидим. Так что вот так вот свежим воздухом будем, наверное, дышать недалеко от дома. А может, и поедем на площадку погуляем, посмотрим. Мышку я не успела помыть. Наверное, уже завтра помою мышку, покупаю ее, точнее. И уже вам потом покажу. Спрашивали за шампунь, в общем, и тогда я вам расскажу за шампунь. Кстати, девчонки, на Фаберлике увидела, сейчас сидела, пока в машине. Складное продается ведро и складной тазик. Я вот хочу, знаете, складной тазик купить, чтобы его можно было в ванну ставить, потому что мне вот эти тазики, если честно, они меня прям напрягают. А мне вот иногда нужно, я, в принципе, руками редко когда стираю, в основном что-то если застираю, то я прям в ванну кладу, либо в ванну там заливаю чем-то. Ну, если такое вот, знаете, небольшое. Но тазик иногда нужно там вещи достать с посуды. Все, уже голова не работает. С машинки стиральной в сушильную. В общем, думаю посмотреть такой вот складной тазик. Есть у вас, кстати, напишите. Удобно, неудобно, вот, потому что я давно думала, можно, кстати, будет там и ведро продается, можно будет посмотреть либо там, либо на Валберес. Короче, надо будет еще на Валберес посмотреть. Первым делом приезжаем домой, я сразу мою обувь, видите, я вам уже рассказывала, такое вот одноразовая пеленочка, она обувь сейчас высохнет, почему-то гуляли все вместе, мы с Димой грязные по уши, у Сони чистые, и поставила... Видите, с такими вот шариками стирать свою зимнюю куртку. Написано, нельзя стирать в машинке, но я уже стирала. И вот с этими шариками оно хорошо будет разбиваться. Я смотрю, что мне нужно будет машинку. Откуда-то пыль. Соня говорит, мам, что у нас есть вкусненького? Я говорю, тебе, зайка, ничего нельзя. Она говорит, ну можно хоть хлеб? Я говорю, давай я тебе отрежу. Она говорит, нет. Тебе вкусно? Вкусненько. Так, Мишеле нельзя давать, Соня. Соня. Мышка. Мышка, прическа испортилась. Не балуйся, Соня. Кушай. Давай отрежу кусочек. Она горбушку вот жует. Мы тут покушали, пьем чай. Я помыла столешницу, все уже. Оставила компот здесь на окне. Не буду прятать в холодильник, потому что, чтобы, ну, не был холодный. А здесь это окошко идет достаточно так прохладно. Ну, хотя на улице уже не холодно. Сейчас показывает, знаете, сколько? Сколько? Плюс 4. Вот, сейчас это все у меня дело остынет. Картошка. И все попрячу в холодильник. Тоже тут у меня на окошке стоит так удобно. Но стоит, все остывает.
Кто накупался? Я. Я? Говори всем пока-пока. И Дима. Они с папой играют. Да. Все, мы будем заканчивать видео. А я? Всем, мы накупались, идем спать. Давай, говори всем пока-пока. Все. Всем пока-пока.